И вдогоночку к ролику о покупках Эрмага я вот выложила и забыла вам совсем это показать. Значит, девочки, это татушки переводные вам на руки, на ноги, на куда хотите. Вот, сделаны они брендом Art Tattoo, это Art Visage. И, значит, вот они такие есть, вот прям мехензи, 200 с чем-то рублей стоит такая татуха. Тут вам перышки, надписи «люблю», шубу куплю, и все, короче, из этой же серии. Так что, кому интересно, на Эрмаге тоже можно купить это. А для девочек, кстати, которые хотят сделать татуировку, пожалуйста, прежде чем портачить свою кожу на года, я советую вам купить вот такое, да, вот вы хотите там, допустим, всю руку там уделать, да, ценник там, конечно, космос. И, да, простят меня те, для кого это основной бизнес, именно татуировки. Девочки, просто обклейтесь вот таким и походите. И даже если вам все дико нравится, вот у вас сойдут эти временные татухи, пожалуйста, еще раз обклейтесь и походите. То есть вы должны почувствовать себя с этим так, как вы будете чувствовать, если это будет на вас всегда. Прибавьте себе 20-30 лет от роду. У меня была девочка-модель, которая в районе пупка, в общем, выше линии бикини, сделала себе корявого кота, который составлен из треугольников. Она потом выводила это все. Она выводила это все потом кислотой. Это ужасно просто. Кто хочет себя запортачить на долгие годы своей жизни, понятно, татуировки потом тускнеют, их нужно обновлять, их можно делать цветными. Но, в общем, девочки, ваша кожа дана вам одна на всю жизнь. И сегодня, может быть, вы бедная девочка, там, не знаю, из соседнего подъезда, из соседнего двора. А кто знает, как завтра повернется жизнь. И вдруг вы станете там женой принца. Или там еще кем-то. И вы должны будете в силу там своего положения одевать декольте. А у вас там на плече там «Вася, я тебя люблю», там разбитое сердце с крыльями. В общем, девки, я вас просто правда, честно отговариваю. Не делайте этого никогда. Не знаю. Можно сделать тату в память там о каком-то человеке, но я смотрела «Битву экстрасенсов», где говорят, что именно если татушки посвящены мертвым людям, они тоже влияют. В общем, не нарушайте свою ауру, не нарушайте свою целостность. Если сил нет, не могу, хочу татуху, купите временную, купите их пачку и поносите их просто, просто поносите. Месяц, два, три. Поверьте, если вы подросток, через месяц, два, три они вам до такой степени надоедят, что вы смотреть на них не сможете. Правда. У меня одна девочка, я хочу там татуху от чуть ли не промежности до колена, там всю ногу уделать. Я говорю, так ты ручкой себе распиши да походи. Вот распиши себя сама, как ты хочешь, чтобы это выглядело, и просто посмотри на себя в зеркало. Так что, девочки, если татушка маленькая, она где-то между пальцами, она вас тоже начнет бесить, поверьте, через какое-то время. Вот. Там мне сказал один мой знакомый, когда я диджеяла на волне Байкала. Он сказал, не вздумай. Просто, говорит, она тебя гипнотизирует, ты ее чувствуешь, ты ее хочешь постоянно переделать. И, в общем, это такой, знаете, путь в одну сторону. То есть вы вот сделали, и дальше она уже вам, говорит, рассказывает, что с ней делать дальше. Ну, это его такие эмоции были. Я говорю, я хочу татуху. Это было лет, может быть, не знаю, 15 назад. Он говорит, не вздумай, Оля, у меня, говорит, есть татушки, я просто тебе заклинаю, не делай. Это ужасно. Это были слова человека, которому можно доверять. Всего хорошего. Пока.